Друзья, в моей группе ВКонтакте проходит офигенный розыгрыш скинов из CSGO. Первый победитель заберет вот такой вот замечательный ножичек Патина Поношенная. Второй победитель получит АВП Скоростной Зверь после полевых испытаний. Всю дополнительную информацию и условия розыгрыша вы найдете в моей группе ВКонтакте по ссылочке в описании. Смело переходите и принимайте участие. Желаю всем удачи и приятного просмотра. Всем здорово, ребята! С вами по-прежнему Овер, и сегодня мы будем ловить вместе с вами жестких читеров CSGO. Патруль приходит на карте Дэкэш, Саспект играет за Теров. И, друзья, знаете что? Вот теперь, когда я вижу карту Дэкэш, я сразу думаю, что перед нами читер. Не знаю, ошибаюсь я или прав на этот раз, но будем с вами смотреть. Давайте перемотаем разминочку. В принципе, на ней ничего подозрительного не происходит. Вот, обычная разминка обычной игры. Поэтому, друзья, перематываем и будем уже наблюдать и смотреть уже с пистолеточки, собственно, использует ли читы наш Саспект или же нет. Все, друзья, поехали. Ставим на нормальную скорость. Ну, в принципе, можно немножко перемотать. Стоит АФК, и все, начинает движение. Игра пошла, друзья, игра понеслась. Все, наблюдаем, смотрим и будем выносить в конце этого дела вердикт. Поэтому нужно быть очень-очень внимательными и даже немножко подозрительными. Подозрительными я бы вот так сказал. Все, ладно, смотрим, друзья, смотрим. Ничего пока не происходит. Саспект вообще просто стоит АФК и не думал даже ничего такого какого-нибудь интересного делать. Окей. Идет, идет, идет. Ставится бомба и все четко. Поставил бомбу. Очень странно как-то повела камера себя, но, возможно, это лагает демка, потому что в КС часто лагают демки, патрули, это для КСки нормально, но хотя такого, друзья, конечно же, не должно быть. Окей, смотрим. Все, один бежит Сити, другой пойдет. Ох, друзья, что-то у него прям с прицелом, я не знаю. Заранее знает, куда пойдет парень. Смотрите, так красиво прицел держит. Оп, навелся. Ну, очевидная, друзья, наводка. Очевидная наводочка, конечно, да. Именно через стенку, я имею в виду ВХ. Ну и знаете что, насчет АИМа, друзья, я бы тоже подумал. Потому что эти два убийства были очень быстрые, очень четкие. И все на патрончика, конечно же, в голову. Берет он вот такую вот муху. Это очень странно, это очень интересно. Вот он взял муху, прыгает. Друзья, тут, мне кажется, еще и распрыжка есть. По-моему, здесь полный букет читов. Но, друзья, конечно же, нам нужно вместе с вами убедиться в этом. И уже только потом делать какие-то решения. Оп! О, он ой-ой-ой, ребята, новый ХА здесь есть, новый ХА здесь есть. Надо убедиться насчет АИМа и насчет... Ну да, очевидно, друзья, ВХ прям очень-очень жесткое у него ВХ, он простреливает через стенки, да, есть, ну, друзья, согласитесь, скорее всего, здесь есть бонихоп. Если есть ВХ, если есть АИМ, который мы с вами должны доказать еще, то, очевидно, скорее всего, будет и бонихоп, вот с которым он сейчас прыгает. Ну да, бац, в голову, ну, знает, друзья, что есть еще в пленте, а, четко бежит, и смотрите, побежал, оп! И в голову. Побежал и в голову. Все, друзья. Ну, блин, тут, конечно, такое себе дело. Тут, конечно, такой себе патрульчик увидел. Опа, увидел. Да, сначала не понял, потом уже понял. Ну, уже есть инфа, конечно. Но все равно через стенку стреляет. Пофиг вообще. Ну, да, есть инфа, окей. Но ты же не прям представляешь, где именно этот парень. Ну, ладно. Это я к тому, что он прям очень жестко через стенку начал стрелять. Но ничего. Вот сейчас не получилась распрыжка. В принципе, может быть и нет ее. Ладно, посмотрим. Не будем пока думать о распрыжке. У нас есть более, конечно, важная миссия. Это насчет АИМа-то разобраться. АИМ-то... Ну, есть или нет, поэтому стоит АФК, ребятки, что-то прям непонятно. Оп, через стенку, даже через две начинает стрелять. Ну, как так можно, друзья, ну как так можно? Смотрит через одну стенку, в итоге стреляет через две. О, все, все, друзья, все, все понятно. Ой-ой-ой, это у нас что? Это у нас жесткие читы пошли, да, парень? Все, друзья, после этого раунда мы, наверное, не будем досматривать это дело, потому что, ну, видите, как дергается у него экран. А когда дергается экран, это говорит об одном, что этот парень использует самые плохие, самые палевные, самые жесткие читы, которые вообще бывают в CSGO. И в принципе на данный патруль уже смотреть нет смысла, ребят, я не знаю. Давайте поставим паузу и вынесем вердикт этому парню и пойдем смотреть следующее дело. Друзья, тут в принципе все понятно. Давайте вот так поставим. Вот так вот я поставлю, не знаю, мне кажется это решение правильным. Все, опубликуем вердикт и погнали дальше. А второй патруль проходит у нас на карте DDoS2, Саспект играет за КТ, идет разминочка, давайте ее перемотаем и начнем смотреть это дело уже с первого раунда с пистолеточки. Матч начинается, 0-0, пистолетный раунд, и давайте наблюдать. Идет он в нижнюю темку, будет сейчас пушить. Вроде было слышно, друзья, вроде было слышно, но я не уверен. Вот заднего точно слышно, вот этого сзади точно было слышно, да, вот он бежит, что-то не стреляет, и... Ну,
Давай. Убил, хорошо, хорошо, поймал на патрончик, но потом его убили, и террористы забрали первый раунд. Окей, смотрим дальше, по той же тактике, наверное, пойдет, или что? Вот сейчас вот он что-то встал в ФК, это уже не очень круто. Возможно, он не настроил на разминке читы и сейчас настраивает, но на самом деле, друзья, все может быть. Не ослепила его флешечка. Знает про первого, знает про второго, и второго, к сожалению, не убивает. Но, друзья, пока такое себе, на самом деле, нельзя что-то прям точное сказать. Как мне кажется, вроде нормальная игра у этого парня, нифига себе, как убрали просто его тиммейта. Там три даже террориста стояло в миду и чекало вообще этот проход. Слышно, что проходит, слышно было. Но он вообще ничего не делает, друзья. Он тупо стоит АФК, как мне показалось. Просто сзади уже кто-то подошел, я даже перемотал не вовремя. Хорошо забирает, ребят. Просто постоял АФК и после этого выдал два потрясающих хедшотика. Но окей, ладно. Всякое в КС-очке бывает. Продолжаем смотреть, ребят. Продолжаем смотреть. С мухой. У него в руках муха, ребят. Вот, знает теперь, что слева есть парень. Хорошо забирает в голову, друзья. Последние три убийства были в голову. Знает про местоположение этого парня, простреливает и убьет или не убьет. Ну-ка. Идет, пушит и тоже в голову, друзья, убирает. То есть убивает. Четверых он убил, и все убито было в голову. Но подозрительно, друзья, подозрительно, потому что стоял АФК, а потом просто начал там бум-бум-бум всех просто убивать. Еще и затащил раунд, молодец. 80% противоположной команды он убил, вражеской, все верно. Вот, ну как-то, друзья, мне не очень нравится его стрельба. Ну нет, если она без читов, то это просто потрясающая стрельба, которую я бы себе, конечно же, хотел. Но это если с читами, друзья, то это не очень. Но надо убедиться будет с вами. Поэтому опять вот он стоит, чекает мидл. Как-то непонятно, есть уже инфа, что идут лонг. Откидывает флешечку. Выходит и в смог первого, в смог второго, ребят, и все в голову. Но слишком подозрительно, но так зажимать с такой дистанции, зажать сэмки и все, чтобы в голову прилетело. Там по пульке-то иногда вообще не попадается прям в голову. Но а тут парень зажимает и все убивается в голову, друзья. Подозрительно, очень подозрительно. Особенно подозрительно, как он вот сейчас повел немножко по стенке, но вроде было видно, как он повел. Но это первый момент, кстати, когда он подозрительно водит по стеночкам. Первый момент, вроде там не так жестко какие-то моменты были. Но, друзья, уже очень-очень подозрительно кидает флешку. Слышал одного, двух, вроде... Ну нет, там второго уже и даже первого-то не очень было слышно. Но знает, что где-то там есть. Смотрит, чекает. Сзади вообще никого не было слышно, ребят. Prefire! Просто парень начал движение, а наш парень начал просто стрелять префайром, пока парень еще не вышел. То есть нервы не сдали, получается, не выдержали. И парень просто начал стрелять заранее, ребят. Просто жестко начал стрелять заранее, убивает здесь всех. Да, да, это был действительно очень жесткий префайр, когда террорист только начал движение, причем он шел на шифте постоянно. Такое ощущение, что и ВХ есть, потому что он оборачивается на тех ребят, которые идут на шифте, и вообще их не слышно и не видно. Поэтому, ребят, очень подозрительно. И плюс этот префайр, парень только начал выходить террорист, а этот уже начал стрелять. И никакого повода стрелять не было. Реально, никакого, друзья, повода стрелять вообще не было. То есть, ну, а парень стрелять начал. И забирает сейчас еще один, ну, более-менее нормальный килл. Вот, чекает спину. Вот сейчас, друзья, прям наводился немножечко тогда. Вот сейчас, опять. А вот сейчас на другого наводился. А вот сейчас. Ну-ка. Не слышно никого. Чекает спину, убивает. Не слышно, вот сейчас этого было слышно, ребят. Но он чекает постоянно тогда, когда ребята идут на шифте, их вообще не видно, не слышно. Он видит, что они идут, разворачивается, потом опять переворачивается и опять убивает. Ну, то есть разворот и убивает. Это, друзья, очень опасно, это очень подозрительно. Стоит, ждет мидл, не знаю почему. Обычно его вот какая-то любимая позиция, что ли, какая-то непонятная вообще ждать вот так мидл. Но, в принципе, может и нормально, чтобы мидл не прошли. Вот, ну, смотрим дальше, друзья, смотрим дальше. Не простреливает, не... Оп! Пошел, убил, знает, что... Ну, я думал, что знает, что снизу. Такое ощущение, что он не знал. Он так проворачивался, прям переходил. Из окна вылазил и смотрел уже вниз потихоньку. Ну-ка, АВП ему не дадут. С АВП я бы хотел посмотреть, как этот парень играет. Откидывается смачок. Но он думал, это флешечка. Отворачивался, ждет. Белый, но все равно продолжает вот так стоять. Все равно продолжал стоять, и только потом, через секунды две, там, полторы, начал отходить. Это тоже подозрительно. Меня когда слепит, я прям сразу убегаю, даже вот как только вижу гранату, сразу бегу. Раз, два, ну давай, пять хедшотов. Давай, пять. Пожалуйста. Три. Ну, друзья, ну, жестко так, ну, блин, ну...
Ладно, повезет там на 2 килла, на 3, там, ну, блин, ну, это очень жестко. Ему постоянно, он просто какой-то дигл, это его любимое оружие, походу. Мидл еще есть, знает. Друзья, мне кажется, у нас здесь, конечно же, не вот так. У нас здесь есть помощь в прицеливании, есть помощь в обнаружении. Объясню, почему. Помощь в прицеливании. Слишком жестко киллов на патрон, друзья. Ну, очень-очень жестко. Возможно, этот парень какой-то киберспортсмен, но мне так не кажется. Вы видели, как он просто делал префайр в этой нижней темке, когда поцик выходил на шифте, у нашего саспекта просто сдали нервы, и он выстрелил раньше времени, чем, мне кажется, жестко спать. Да и вообще было микромоментов очень много, очень подозрительных. Поэтому я думаю, что здесь есть убедительное основание. Давайте поставим вот здесь недостаточно. Но если даже мое решение неправильно, друзья, какой-нибудь другой человек, который будет смотреть этот патруль, решит по-другому, и все равно этот парень получит... по заслугам. Если он не читер, то его не забанят. Если он читер, большинство посчитает так же, как я, и его забанят. Ну что ж, вот такой вот сегодня у нас выпуск получился. Мы поймали двух читеров. Я надеюсь, что выпуск вам понравился, и вы уже успели поставить большие пальчики вверх и подписаться на канал. Не забывайте участвовать в конкурсе на скины в CSGO. Ссылочка на группу будет в описании. Ну а на этом у меня все. Всем желаю удачи, хорошего настроения и пока-пока.